Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проведем с вами урок идентификации непредельных углеводородов. И проведу его с вами я, Терлецкая Алла Ивановна, учитель химии высшей дидактической категории, доктор химических наук. В результате изучения данной темы вы будете способны объяснять и оперировать понятиями, относящимися к непредельным углеводородам, идентификация, качественные реакции, моделировать для непредельных углеводородов способы их распознавания в повседневных проблемных ситуациях. Непредельные углеводороды, которые мы с вами изучили, это алкены, общая формула CnH2n, алкодиены, общая формула CnH2n-2, и алкины с общей формулой CnH2n-2. Конкретно первыми представителями алкенов являются этен или этилен, в молекулах которых одна двойная связь. Алкодиены. Первым представителем мы рассматривали с вами бута-1,3-диен, в молекуле которой две двойные связи. И алкины. Первым представителем этин или ацетилен, в которой содержится одна тройная связь. Физические свойства алкенов, алкодиенов и алкинов. Алкены от С2 до С4 – это бесцветные газы. От молекул, в которых содержится С5-С16 – бесцветные жидкости. И свыше С17 – твердые вещества. У алкодиенов молекулы, в которых содержится от 3 до 4 углеродов, являются газами. От 5 до 17 углеродов – бесцветные жидкости. От 18 углеродов и выше – твердые вещества. И алкины, в молекулах которых от 2 до 4 атомов углерода, они являются газами. От 5 до 15 атомов углерода – бесцветные жидкости. И от 16 атомов углерода – твердые вещества. Все непредельные углеводороды плохо растворимы в воде, но хорошо растворяются в органических растворителях. Температура кипения, плавления увеличивается с ростом числа углеводородов в цепи. Что такое качественные реакции непредельных углеводородов? Это реакции, позволяющие доказать наличие того или иного вещества, иона, в среде или присутствие функциональной группы в веществе. Реакции на кратные связи – это обесцвечивание бромной воды и обесцвечивание водного раствора перманганата калия с появлением бурого осадка диоксида марганца. Давайте мы с вами посмотрим видеоролик «Качественная реакция на двойную связь», а именно обесцвечивание бромной воды этиленом. Будет ли этилен, полученный из этанола в присутствии концентрированной серной кислоты, взаимодействовать с бромом? Выделяющийся этилен пропустим через раствор брома в воде, бромную воду. Бромная вода быстро обесцвечивается. Бром присоединяется к этилену, при этом разрушается двойная связь. Так, при помощи бромной воды можно определить, что этилен – непредельный углеводород. При соединении галогенов по двойной связи углерод-углерод происходит легко, в обычных условиях, при комнатной температуре и без катализаторов. При соединении брома является качественной реакцией на двойную связь. Уравнение химической реакции представлено на экране. По месту разрыва двойной связи присоединяются атомы брома, и из этена мы в результате получаем 1,2-диброметан. Давайте теперь посмотрим видеоролик «Обесцвечивание бромной воды ацетиленом». Это алкин, в молекуле которой тройная связь. Получаем ацетилен действием воды на карбид кальция. Посмотрим, как ацетилен будет действовать на бромную воду. Бромная вода – это раствор брома в воде.
Для того, чтобы ацетилен выделялся не слишком бурно, вместо чистой воды используем насыщенный раствор поваренной соли. Молекула ацетилена содержит тройную связь. Бром разрушает ее и присоединяется к ацетилену. Образуется тетраброметан – органическое вещество с четырьмя атомами брома в молекуле. Бром расходуется на образование тетраброметана, бромная вода обесцвечивается. Обесцвечивание бромной воды доказывает непредельность ацетилена. Присоединение брома является качественной реакцией на тройную связь. Напишите, пожалуйста, уравнение реакции взаимодействия ацетилена с бромом. А сейчас мы рассмотрим с вами другую качественную реакцию, а именно обесцвечивание перманганата, раствора перманганата калия этиленом. Этилен для опыта получим из этилового спирта и концентрированной серной кислоты. Приготовим пробирку с подкисленным раствором перманганата калия и опустим в нее газоотводную трубку, по которой будет подаваться этилен из колбы. В процессе реакции этилен будет окисляться до двухатомного спирта этиленгликоля. При этом происходит обесцвечивание раствора перманганата калия. Эта реакция является качественной реакцией на двойную связь. А теперь рассмотрим с вами качественную реакцию на тройную связь – обесцвечивание раствора перманганата калия ацетиленом. Посмотрим, как ацетилен будет взаимодействовать с перманганатом калия. Получим ацетилен действием воды на карбид кальция. Для того, чтобы ацетилен выделялся не слишком бурно, вместо чистой воды используем насыщенный раствор поваренной соли. В растворе перманганата калия происходит окисление ацетилена. Тройная связь рвется и образуется продукт окисления щавелевая кислота. Обесцвечивание раствора перманганата калия доказывает непредельность ацетилена. Итак, что же такое качественные реакции? Это реакции, которые используются для идентификации различных веществ. Идентификация от латинского «identifica» – «отождествляю», установление тождества неизвестного соединения с другим известным соединением путем сравнения их физических и химических свойств. Таким образом проводят распознавание веществ. Явление при проведении качественных реакций называют аналитическим сигналом. Рассмотрим идентификацию непредельных соединений на примере растительного масла и жидких нефтепродуктов. Наше здоровье зависит от многих факторов. Один из них – качество продуктов питания. Используя знания качественных реакций на непредельность, определим, содержит ли растительное масло непредельные органические соединения. Где же применяется наше растительное масло? Его употребляют в пищу, используют на технические нужды, для производства моющих средств, олифы, лаков, красок, непромокаемых тканей, клеенок, пластмасс, искусственных кож, линолеума, для фармацевтических, косметических и лекарственных препаратов. Служит кормом для сельскохозяйственных животных. Давайте посмотрим с вами видеоролик «Определение непредельных соединений в растительном масле». Жидкие жиры, например, подсолнечное масло, содержат остатки непредельных карбоновых кислот. Убедимся в этом. Качественная реакция на непредельные соединения – реакция с бромной водой. Бром присоединяется к молекуле кислоты в месте разрыва двойной связи, и бромная вода обесцвечивается. Мы
доказали, что жидкие жиры содержат остатки непредельных карбоновых кислот. А я сейчас вас приглашаю в виртуальную лабораторию. Мы проведем с вами эксперимент определения непредельных соединений в растительном масле и в жидких нефтепродуктах. Где применяются качественные реакции? В медицине, при приготовлении лекарств, проведении анализов на содержание различных веществ в организме человека, при определении качества питьевой воды, в судебной практике, в лабораториях химических производств, пищевой промышленности. Если вас заинтересовала данная тема урока, предлагаем вам выполнить следующее упражнение. Напишите уравнение реакции ко всем опытам, которые демонстрировались на сегодняшнем уроке. Благодарю вас за внимание!